Благодарю за визит. Не за что. Прежде всего... Спасибо, что лично пришли нас встретить. Это я могу сделать для короля Люциса. Правда, Веским меня сюда не приглашал. И я решила пригласить себя сама. Несмотря на изменившиеся обстоятельства, и король, и оракул, наконец, в Альтисе. Вы сказали, что Луна на вашем попечении. Разве это не ставит под угрозу ваш народ? Надо же. Короля волнуют наши отношения с Империей. Но вы, безусловно, правы. Оракул — это большой риск. И мы готовы рискнуть. Придется ли решать вам? Позвольте задать вам несколько вопросов. Оракул хочет будить Гидрею. Зачем это ей? Она хочет заключить завет, чтобы я получил благословение Левиафа. Это я и хотела услышать. И все-таки, хоть вы и король, получить благословение богини будет непросто. Буду честна, я беспокоюсь о возможных разрушениях. Расскажите мне о том, что случилось с Археем. Вы знаете больше, чем другие. Титан пробудился и ушел. Да? Уклончиво. Скорее всего, дело движется к войне. Но я им не позволю биться на нашей земле. К черту и богов, и империю. С богами особо не поспоришь. Предлагаете мне смириться с разрушением города? Придется выбирать, что защищать. Вы не перестаете меня удивлять. При первом знакомстве я сочла вас легкомысленным. Хорошо, тогда давайте обговорим условия. Если вам нужен этот обряд, обеспечьте безопасность горожан. Допустим, но как насчет ущерба самому городу? Ценю ваше беспокойство, но с этим мы готовы смириться. Безопасность жителей города – это наивысший приоритет. И это еще не все. Как только начнется обряд, ответственность за все ложится на вас. Не проблема. Мы и сами способны о себе позаботиться. Спасибо. И простите. Но вы и сами наверняка понимаете, что немногие армии могут противостоять Империи. Вот и все наши условия. Вы должны обеспечить безопасность горожан и дать отпор имперским войскам. Вам ясно? Хорошо. Будем сражаться вместе, как союзники. Союзники? Каково? Что ж, мы выполним договор и не выдадим Оракула. И последнее. Надеюсь, до этого не дойдет. Я должна защищать своих людей. Если с ними что-то случится, будут последствия. И для короля, и для Оракула. Вы делаете то, что и должны делать для своего народа. Вы такой же, как ваш отец. В каком смысле, как отец?
Иногда непонятно, вы умный или наоборот. Мадам, пора. Выберите троих ответственных за эвакуацию. Кого? Дело ваше. Разведка доложила, что имперский флот будет состоять из 4 кораблей. Готовьтесь к серьезному сражению. Рада, что нам удалось поговорить. Пусть обе стороны действуют в общих интересах. Я не могу обещать того, что не в моей власти. Да. Все-таки ты с ними разоткровенничалась. Что тут скажешь? Молодые люди с трагичной судьбой — моя слабость. Они остались без Региса и без Кристалла. И не так давно лишились последнего Оракула. За эти 10 с небольшим лет Империя сошла с ума. Будет плохо, пригрози, что бросишь трезубец в море. Тогда к тебе вынуждены будут прислушаться. А пока он под защитой, его охраняют лучше Оракула. Все ясно. Тогда придется взять его у самого алтаря. Да, но не забывай, ты будешь под надзором солдат Императора. Да. Это необходимое зло. Так нужно для того, чтобы скрепить завет. Благодарю вас. Когда все закончится, ты свободна, но без нашей охраны. Я все поняла. Тебе пора идти. Публика уже ждет. Да. Не забудь план действий. Вы тоже. Разумеется. Ничего себе толпа. Да тут весь город собрался. Друзья, я стою перед вами и почти не надеюсь, что мои слова когда-нибудь выйдут за пределы этих стен. Свет медленно, но неуклонно уходит из нашего мира. Тени удлиняются. И все сущее скоро погрузится в кромешную тьму. Во тьму, которая вселяет в сердца людей ненависть и печаль. Вспомните о Люцисе. Мечта о мире обернулась кошмаром, который несет смерть, разрушение и страдания. Луна. Но я молю, не отчаивайтесь. Храните веру. Ведь наши боги всегда оберегают нас. С их помощью, с благословения сияющих звезд, наш мир будет избавлен от кошмаров, порожденных тьмой. Я здесь,
Вальтисии, стою перед вами, чтобы воззвать к Левиафан, богине вод, матери волн, духу океанской бездны. Священный ритуал донесет мои слова до Гидреи. Но прежде я торжественно клянусь. Клянусь честью Оракула, что не буду знать покоя, пока не рассеется тьма, пока не вернется свет. Благословят вас боги. Нокт, здесь имперцы. Я их вижу. К порту приближаются десантные корабли. Поищи удачное место для подхода к ним. Да, ваше дело, горожане. Мы их прикроем. Значит, начинается. Это я, Лунафрея, из рода Оракула. Левиафан, заклинаю тебя заключить завет, чтоб король смог вновь обрести камень. Живы! Подождем внизу. Там место только на двоих. Нокт, прыгай! Что? Нет времени объяснять! О, боги!
что такое? Новая тачка! У имперцев одолжили! Подберемся поближе! Серьезно? Вот она! Понял! Я подберусь как можно ближе! А дальше дело за тобой! Хорошо! Я разберусь быстро! Молодец, что нашел эту малышку. Как увидел ее, так и понял. Надо брать. Что, опять? Легче не становится. Держись крепко, док! Не падай! Осторожно! Дотянешься, док! Мне нужна твоя сила! Что за он похож на меня? Кстати, о кольце. А хотя, можешь его ему отдать. И непременно напомни ему про кристалл. Принц, невеста ждет тебя! Я передам королю это кольцо. Когда пророчество будет исполнено, кто во тьме обретет мир и покой. Это очень мило, но сначала вы. Леди Луна Фрейя. Thank you.
Ноктис. Луна? Так значит, ты отыскал путь? Да, а ты меня? Я смогла еще раз тебя увидеть. Надо же, кто бы мог подумать? А? Почему нет? Потому что мое предназначение уже исполнено. Но разве это может разлучить нас? Принц Ноктис, ты избранный, и звезды светят для тебя. Ты получишь то, что и должно быть твоим. Скажи, помнишь ли ты цветы Тенебры? Кажется, это было очень давно. Они все так же цветут и ждут твоего появления, вот увидишь. А как же ты? Если бы я только могла быть с тобой. Но у нас есть только этот мир. Как же? Ведь я... Я просто хотел спасти тебя. Когда весь мир рушится и надежды нет, когда ты один, лишь тьма вокруг, посмотри вдаль и помни, что я всегда буду там. И всегда буду оберегать тебя. Прощай. Ноктис. Очнулся. Я скажу остальным. Но это займет время. Игнис, ты ранен. Невелика жертва ради большой победы.
Алона? Скончалась. Умбра принес вот это. Значит, прокатимся по Тенебре? Сначала заедем в усыпальницу в Картанике. А ты точно справишься? Мои раны уже зажили. А зрение восстановится. Что с тобой такое? А? В Тенебре останавливаться не будем. Тебе пора, наконец, взрослеть. Я уже повзрослел, я же здесь, так ведь? Если соизволишь посмотреть по сторонам, заметишь, что кое-кому еще хуже, чем тебе. Отстань. А кольцо тебе впору? Ах да, ты же его не надел. Она пожертвовала жизнью, чтобы ты мог исполнить свой долг, а ты сидишь и жалеешь себя. Думаешь, я этого не знаю? Именно так! Ради чего Игнис остался слепым? Угомонись, Гладио! Ты считаешь себя королем, но на деле ты просто трус. А, заткнись! Ну, хватит вам! Чего вы? Я понимаю! Я все это понимаю! Тогда возьми себя в руки и вынь голову из задницы! Нокт! Оставь его!